Мукомольная продукция из Павлодарской области завоевывает новые рынки. Только за минувший год регион экспортировал свыше 17,5 тысяч тонн макаронных и кондитерских изделий. Большой объем прямых поставок зарубежным потребителям наладила и старейшая мукомольная компания «Пахомовские мельницы». Репортаж Салуата Тимирбулатулы. Сотрудники мукомольной компании осваивают новое оборудование. Современная линия работает быстрее и при этом меньше потребляет энергии. Весь секрет в инновационных элементах нагрева, установленных внутри аппарата. С пуском нового оборудования производительность выросла сразу в два раза. В рамках государственной поддержки и при тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами нам были выделены необходимые средства, и мы приобрели новую линию. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Ну как вам? Вот мы набираем новых сотрудников, молодых сотрудников, обучаем. В компании сейчас 200 человек, а когда начинали, в штате было всего 15 сотрудников. За 18 лет освоен выпуск самых разных видов мукомольной продукции и кондитерских изделий. Одних только макарон здесь 12 разновидностей. Готовая продукция не задерживается на складе. Она, что называется, уходит в лед. География экспорта постоянно расширяется. Сейчас мука, макароны, кондитерские изделия под маркой «Пахомовские мельницы» экспортируются на рынке сразу 6 государств. Эта компания показывает пример, как надо эффективно налаживать внешнеторговые связи. Главный залог ее успеха – гарантия качества. Предприятие в постоянном поиске дополнительных рынков и старается воспользоваться всеми инструментами господдержки. На загрузку у склада частенько выстраиваются очереди. У компании гибкая политика, и она оперативно реагирует на изменения конъюнктуры рынка. В среднем на экспорт уходит до 60 тонн готовой продукции в месяц, в основном в Россию. Задача – не потерять набранные темпы и расширить объемы поставок по другим направлениям. Почему наши соседи, россияне, доверяют нашей продукции? Почему они полюбили ее? Потому что у нас экологически чистый продукт, мы работаем над качеством нашей продукции, поэтому она пользуется спросом. У мукомольной компании в планах увеличить мощности и расширить свои экспортные возможности. Уже сейчас здесь рассматривают варианты установки дополнительных линий. Из Павлодара Салават Тимирбулатулы, Марат Ильиков и Алексей Мельницкий.